Всем привет, YouTube, привет. Вот тут потиху работаем, ковыряемся, ну и естественно требуется какое-то усовершенствование. Машинка вроде и небольшая, но неудобно работать. Вот такие вот подкладушки. На них когда становишься, то достаешь практически, вот видно, да, за середину крыши и работать. Вот, ну да. Вот работать, вот я покажу просто как бы метку. Вот до сюда еще даже не так. Вот в этом диапазоне, вот от края крыши сюда, когда стоишь вот так, вот, работать еще нормально. Ну как-то уже начинаешь приматься. А вот когда становишься так, как раз вот эта зона сюда и до середины крыши, вот, как бы она, ну, неудобно для работы, надо на цыпочки там вставать, шататься. Вот, и вот такая вот приспособа. И это можно двигать так, как надо. Вот, надо, можно перегородку положить. И вот, когда встаешь, раз, сразу у тебя появляется возможность. Второй момент, вот тоже интересная штука. Это все самоделка. Вот, как бы иногда бывает, не хватает. Хочется немножко задрать. Ну, это в общем вот сделано, да? А здесь вот эта рамочка узкая. И за счет этого вот все легко и просто. Вот так. И все. Свободный ход выбрал. И уже как бы просто крючки и, ну... Иногда вот этого изгибчика не хватает. Вот такой же вылет не будешь делать специально из-за этого. Вот, регулируя вот таким образом, ну, ход его, тоже немножечко какие-то элементарные удобства возникают. Еще момент. Иногда на машинах бывает краска или лак, когда немножко царапается. Вот были такие уже моментики, как бы замечал. Вот обклеил края просто малярским скотчем. И еще один момент. Лампу ставишь, она как бы вот эта часть, и она вот так падает на машину. Сейчас мы это дело проверим очень простым способом. Берется канифолька сухая, попадается сюда, вот, подсыпается вот сюда, и все. И не надо ничего мурыжиться, она станет вот так падать. А падает она потому, что как бы немножко неплотно, это было 4 полосы. Тут еще алюминиевая лента видно, да? Вот, как бы это все утяжеляет. Они на алюминиевой основе. И естественно, лампу когда ставишь, она пытается упасть. Вот, не стоит ровно. А для удобства работы желательно, чтобы она была параллельная, а не как-то вот так или вот так. То есть, чтобы лампа стояла, ну, на поверхности. Не было вот этих изгибов. А оно как бы пытается все время падать. И чтобы этого не происходило, вот канифольки. Сыпаем туда и сюда. И сейчас вот я сниму, что было и что стало. Так вот, продолжим. Вот лампа стоит параллельно. Вот. А то она все время стремилась взять и вот так вот упасть. Не хотела стоять. А сейчас, как ее не ставишь, она стоит. Просто там соприкосновение как бы небольшое получается. Я имею в виду площади, касается маленькими такими как бы вот такими кружочками два. Площадь маленькая, и естественно она проворачивается. А так канифолькой дрынь-дрынь, но я не именно канифолью прям цепал. А есть вот такой вот. Ну, у всех, кто немножко паяет, знает, что это, собственно, канифоль на спирту, условно. Написано. Вот. Спирт, канифольный, что-то там активировано. Это когда вот плохо яйца. Я ей помазал. Кисточка есть такая красивая. Вот, это для тех, кто не знает. Я думаю, вас это все знают. Вот, и все. И тут же
Можно быстренько залудить проводочек, спаять и все. Такое маленькое лирическое отступление. Небольшие такие доработки, чтобы не было досадных помарок в работе. Все складывается из мелочей. Мелочь, что проворачивается, мелочь, что поцарапало, мелочь, то, что, допустим, не достаешь взглядом фокусированным до длинной крыши, делаешь там аккуратно, неаккуратно, с помарками работу. Все из мелочей складывается. Ну и потом что? И потом в итоге лишняя работа, нервотрепка, ну и так далее. И как некачественная работа в итоге. И увеличение времени работы. Вот таких мелочей складывается, как говорится, успех. Вот я поделился, чем хотел. Делитесь вы своими моментами, впечатлениями. Пусть люди берут на вооружение и работают хорошо. Как надо хорошо, плохо само получится. Все, всем удачи, пока. Ну вот, наша лампочка стоит нормально, и вот небольшая эта доработочка, когда можно вот так подвесил, связал, чтобы они не вываливались. Вот, узенькая рамочка вот такая можно ставить, когда вот такая широкая, как раз длины хватает. Просто вот в данный момент я столкнулся с узкой рамкой и с небольшим неудобством. Ну вот оно вот так легко и просто решится. Вот еще тут ямок на крыше хватит поработать. Вот, продолжается работа. Так вот, резюме. Все складывается из мелочей. И хорошо, когда есть руки, есть голова, и потихоньку можно облегчить ситуацию или улучшить.